сентябре наступает время не только овладевать знаниями в школах и вузах, но и познавать азы искусства, в том числе хореографического. Во Дворце культуры «Корабел» своих будущих воспитанников встречает шоу-балет «Алиса». Каждый год самый волнительный момент – это 1 сентября, как в любой школе, у любого педагога. И на протяжении вот уже 20 лет это волнение не проходит. Родители в первый раз привели своих непосед в танцевальный класс и с волнением ждали, как их встретят. Но переживали они зря, ведь в этом коллективе умеют принимать друзей, а для новичков устроили целую презентацию. Танцовщицы коллектива от самых младших до старших показали, чему учатся на занятиях хореографией. А вот и гордость коллектива «Алиса» – девочки-балерины. 4 года назад Галина Шалманова стала учить своих воспитанниц классическому танцу и пальцевой технике. Самые одаренные и трудолюбивые танцовщицы теперь защищают честь коллектива на различных международных фестивалях. Назад были на международном хореографическом форуме, конкурсе танцевальной «Лим» в Берлине, и нам присудили 2-3 места. В этом году мы хотим поработать еще лучше над своим мастерством, над хореографическими работами и представить на конкурсе младшую, среднюю группу и также солистов. Малыши, среди которых, мы не сомневаемся в этом, будущие звезды больших сцен, были вовлечены в игру. Еще А пока дети играли, педагоги наблюдали, насколько они физически одарены, насколько внимательны, подвижны, активны, понятливы. Вы только представьте, эти крошки, которые от испуга забыли, как их зовут, через несколько лет научатся танцевать. Может быть, эта девочка станет второй Галиной Улановой, а это второй Мартой Грэм? Хорошо запомните этих малышей, вы о них еще услышите.